течение 80 Украины. Лет... Да, достаточно долго. Западному человеку вдалбливали в голову 80, а не 2-3 лет. Мы поняли. Вдалбливали в голову... В голове у тебя пусто. Что главное – это эмпатия, сочувствие, поддержка слабых, поддержка жертв. Ну ты... Жертва аборта. И выжигали каленым железом любую, извините за выражение, белую идею. И извиняйтесь прямо среди здесь. Поэтому, время белого человека. Когда пришли бедные, несчастные украинцы, маму хлеба... Хлеборезку свою закрыл. Оксана Николаевич, да. Что-то это произошло у вас, да, за последние пятницы, дни? Вы сегодня уже... прям ух! Да у него рак с раком в сердце. Дышите, это... дышите, пожалуйста. Дивись, не задохнись, Шварценеггер! А вообще мозг себе можно глушить всем чем угодно. А там ведь у нас черепно-мозговая. Да. Водкой. Позвольте, водкой пахнет? Кто водку пил? Телевизором. Я ваш телевизор вообще не смотрю, между прочим. Онлайн-играми. Понятно теперь, как он выигрывает. Мы общество не просто потребительское, это ладно. В трусах прохладно. Мы общество, которое непрерывно развлекается. Для чего? Вот для этого непрерывного впрыска позитивных эмоций. Куда? Себе в бошку. Вот дырявая башка. Взрослая настоящая жизнь, она про другое. Жизнь, она, сука, штука сложная. Ладно, извините, что я опять тут занялся какими-то нравоучениями. Вас самого надо поучить. Вы хоть раз смотрели на свою физиономию в зеркало? Ну, кто я такой, чтобы заниматься нравоучениями? Башковитостью ты никогда не отличался. Да и вообще, не надо ничего изобретать. Жене своей дома не надо будешь говорить. Сегодня я должен был... Он должен был что? По поручению президента отбыть на открывающуюся сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. А, ну он типа тут, а должен быть там. В составе российской делегации нас 5 человек во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым. Ну что-то там не срослось. Но 3-й год подряд я один не получаю американскую визу. В жопу носом, женек. Все, лавочка закрыта. Связываю это с тем, что постоянно в мировом информационном политическом пространстве обличаю роль Соединенных Штатов как главной мировой силы, ведущей человечество к деструктивному миропорядку. Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать. Все должны получать американские визы. Гниды продажные. Такие вообще не должны жить на белом свете. Но, как мы видим, неугодное... Государственному департаменту США виз не получаю. Получить деревня трактор, спешить за паровоз.